Сибирское здоровье – еще один бренд, который мы берем к себе, скажем так, в голову, в шапку этой вот истории. И здесь мы объединяем три наши составляющие – это термальные источники, это наши санатории и медицинский город. Все это отвечает именно этому заголовку. И сегодня мы проводим работу с НИИ курортологии. Уже проведем предварительный анализ территории Тюменской области. Подняты документы, которые были еще, скажем так, заложены в Советском Союзе. И благодаря этим первичным исследованиям у нас появляются все шансы на создание на территории Тюменской области санаторно-курортной зоны. Мы понимаем, что основные зоны сегодня – это Краснодар, Минводы, Кавказ, Алтай, Белокуриха и, собственно говоря, в середине страны, в центре, да, у нас есть прекрасная возможность сегодня встать, сразу конкурировать, начать не между маленькими источниками, а, собственно говоря, на большой карте России заявиться как санаторно-курортная зона.